Ну-ка, Алёшка, тебе 100 лет надо ждать. Меня не фотографируют. Ты посмотри, она пошла камеру целовать. А, это кинокамера вообще. Коль, я такая страшная, ты чё? Смотри, кинокамера. Коль. Сынок. Фотографируй Динку. Калюшка, ты принеси мне кефир. Смотри, у нас какой красивый. Что, Калюшка-то? Да. Он вообще замечательный. Он на отца похожий. Калюшка вообще замечательный. Он на Сашу похожий. Ну, я не знаю этого, Нина Васильевна. Я тогда не была с вами знакома. А когда он к свету приходил зимой, так шубу расстегивает, у него здесь цветы. Тетя Нина, позовите Свету. Говорит, Свет, иди. Саша, это его папа. Ну я поняла, Нина Васильевна, просто мы тогда не были знакомы, я не понимаю. Он красивый. Они, между прочим, со Светой похожи. И оба кудрявы такие. Идем, спусти меня. Ну, скину. Красивые, очень красивые, замечательные. Дина будет кудрявая, красавица Дина будет. Красивая. То есть, Дин, да ну тебя в баню, Дин. Вот и зови ее, попробуй. Вот и зови ее, попробуй. Я тебя для чего причесывала? Дунька, давай тебе начнем сделаем. Коль, иди я распущу бегуди. Ой, блин, больно. Ну, иди распусти меня. Сейчас Нина Васильевна. Коль, дай мне расческу. Да, а тут же расческу дай мне. Дай мне, вон оттуда расческу, да дай я причешусь, блядь. Я сейчас не спустилась, сейчас да. Он уже меня фотографирует. Ну не пускай фотографирует, он потом красиво сфотографирует, губы еще раз брать. Сфотографирует, здесь подожди, здесь. И сейчас жопу. Здесь волосы Димкины. Он себе все убрала. Может, и в часах.
Коль, дай мне расчетку. Инна Васильевна, сейчас я все расчету. Коль, дай мне расчетку. Ну вот, я просто важное место в камере. Дай мне расчетку. Вот мою возьмите, Нина Васильевна. Вот я красивая. Губы надо накрасить, Инна Васильевна. Ну уж нахуй они не нужны. Надо, надо. Я что, целовать? Ой, Николай, купите ей халат. А то она плащи в халаты, кстати, превратила. Почему-то. Ну вы с Андреем, с дядей Андреем, купите ей халат. Купите ей халатик хорошенький. Скажешь, дай я посмотрю, какая я там. А? Вот я, блядь, кикимора. Дай я посмотрю, что. Ой, какая старая. Страшно. Убери. А что, там еще что-то видно? А я там. Дайте я блины поем, нахуй. Ой! А я знаю, что я всегда плохо выхожу на этой самой, на пленках, на всех везде. А вот зато надо разговаривать со мной, я же, ну, подумаешь. Коль, открой вот этот. Вот этот кабинет открой. Давай, открой. О, они у нас уже красивые. Николай, ну вот человек видится, наверное, не богатый, не пойдешь. Надежда, мне уже 72 года. По общению, а мне прям мало, да? Ну где? Дай мне расческу. Сейчас, Нина Васильевна. Ну посмотри, какая я красивая. Дай я посмотрю. Она у вас лежит. Ну дай я посмотрю. Вот же она, не расческа. Ну дай я посмотрю на тебя. Ну блин, это не надо. Ой, какая красивая. А что, я была красивая. А это то, что там будет на кадре, да, Николай? Чего кинули-то ее? Сами. Калюр, открой, я блины поем. Че, кефир или снежок? Кефир. Ой, Василий, как вам бокал-то наливать? У вас ой, есть чай. Ой, какая красивая. Кикимор ебаный, блин. Не, Василий, вам куда наливать? Здесь чай у вас в этом бокале. Не надо я окунать так буду. А куда наливать-то? Не надо я окунать так буду. Ну куда, в пакет, что ли? Да. Он сейчас нальется. Я люблю тебя. Иди, я тебя поцелую. Я люблю тебя, Калюш. Лучше всех. Ой. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Сывчок, ты ебаный, блядь. Там слышно? По-моему, нет, Нина Васильевна. Вообще не знаю. Сейчас только всяких технологий новых. А я его люблю. Убери, я страшный, блядь. Калюш, да я посмотрю на себя еще. Блядь, я какая красивая. Николай, ну вот тратишь пленку ни на что. Я такая красивая сижу. Николай, ну тратишь пленку ни на что. Пусть. Это я последний раз у него. Слушай, Николай, даже выключи пока. Давай, знаешь, что сделаем, а? Вот в эту самую. Да ну нет, подожди. Ну подожди, Николай. Да можно отключить ее на минутку? Надь! Он меня последний раз фотографирует. Я скоро умру. Ерунду говорит. Мы сейчас придумаем кадр для этой самой... Ну как ее?
Ну, да, простенький бурлаковый. Нет. Ну выключи пока, не мотай пленку-то. Сейчас мы с собакой что-нибудь придумаем для этого. Да мне прикол, прикол Кодин. Не то, что скрытая камера. Как же она называется-то? Ну, а, да там ты меня режиссер. Коль, давай, я... Ну не злится ее. Да я хочу какой-нибудь кадр снять интересный. Чем мне ее злить-то? Дин. Дин, Дин. Дин. Для сам себе режиссер. Ну премию же получит Николай. Иди. Фотографируй меня с ней. Уйди нахуй, блядь. Да нет, это кобыла ебаная. Это неинтересно. Нина Васильевна, я хочу что-нибудь интересное. Не надо. Я хочу с ней фотографировать. Она у нее умница. Да, ну, что-то не то. Нет, Николай, надо какие-то кадры интересные придумать. Вот для сам себе режиссер. Калюш. А я что просто так? Это хоть фотография, хоть кинокамера. Калюш. Нет никакого. Смотри, она мне лапку дала. Ну, я что, лапку дала? Там интерес большой. Вот, смотри, ежик. К нам ёжик. Уйди отсюда, кобыла ебаная. Для этой самой, Нина Васильевна. Для этой ну кобыла. Давай, Дин. Сам себе режиссер. Давно мечтала. Кинокамеры у меня только нет. Не хотите, я вообще немало случаев видела таких интересных. А это моя сучка, блядь. Давай, Коль. Дин. Так. Ты видишь? Да, господи, не носить. Ну, за эти премии не дадут. Да, я хочу вот такой кадр поймать, чтобы премию дали. Я видела кадры, видела такие вот в жизни, но у меня кинокамеры нет. Нет, мне не надо. Дин, нас Калюшка последний раз фотографирует. Нас уже не будет здесь. Сейчас мы что-нибудь придумаем. Так, вот ты с Лединки в эту шляпу одеть. С Лединки в эту шляпу одеть. А тебе, блядь, на жопу, вот, блядь. Вот красивый. Лицо. Вот давай не будем с ним общаться, что ли, может быть. Дин. Дин. Тебе... Пришел кавалер. Дин, к тебе кавалер пришел. Кавалер к тебе пришел. Дин, ну, Коль, 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 Коль. Кавалер пришел, да. Идем. Он тебе подарит шляпу. Дин, 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 Дин. А там же можно что-то вырезать. Дин. Дин, а? Хвостик потеряем. Там можно что-то вырезать. Ой. Даже можно что-то вы... Дин! А там все деньги есть. Кто? Эй! Идем, значит, ну, выйди, маленький, выйди. Дин! А как его слепать-то? А потом скомбинируем эту самую... Дышу. Дина, Дина, о, копейки, антиквариат, антиквариат. Дин, пускай она к нему подойдет. Ай. А потом их можно будет скомбинировать кадры. Ну подойди, подойди, Дин, пускай она к нему подойдет. Дин, 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 Дин. Нина Васильевна, куда пройдет? Да, иди, иди. Дин. Ну подойди к нему, подойди. Коль, Калюш, а тоже интересно, между прочим. Калюш. Для этого самое. Вот. Рассыпает. Золото рассыпает, кавалер. Посмотри, как можно скомбонировать. Ну хватит, хватит, Нина Васильевна. Давайте, красиво опять в шляпе встать. И чтобы на нее шляпу одеть нам, Нина Васильевна.
на нее шляпу одеть, а потом это можно будет склеить-то по-всякому. Давайте одевайте, где ее шляпа? Его шляпа-то? Везде. Ну, не Василий. Вот она, сели на нее. Да, Надину ее одеть. Оденьте ее Надину, а? Чтобы был кадр такой. Нина Васильевна, она от меня сбежит. Ну оденьте, чтобы был кадр, что он... Нет, Надинку. Нет. Нина Васильевна. Да знаешь, какой будет классный кадр? Потом можно будет... Дин. Позовите ее. Дин, 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 дин. Калюш, снимай ее. А потом можно будет скомпоновать. Во-во-во, убирайте руку вон ту с живота. Давайте. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Убирай, ну вот, блин, руки бы как убрать. Дин, ну оденьте мне просто шляпу и все. Сейчас я ей что-нибудь дохуй. Ой. Калюр. Дин. Зиночка, картиночка, моя лапочка, на скорей. На, моя хорошая. На. Дин, сказать, хочешь? Бачка, кто ж место не хочет? На. Да ну иди сюда, ну иди вот, вот, вот. Вот. Вот пока ест, накиньте на нее шляпу. Скорее, не носи! А хоть твоей морде не надо. Давайте. Я вам говорю, для передачи делать. Это мы уже отсняли. Это потом. Отсняли. Это вот. Дин. Пошли. Это маме покупали на 3 года. Давай, Коля, снимай скорее. Блин. Коля, снимай, смотри, какая красивая. А это может вы пошли бы вы своими деньгами, да? Можно и так озвучить. Можно же озвучить это все. Здорово. Меня не надо снимать. Можно вот из этой пленки сделать эту самую. Ну как, она сам себе режиссер фотографию. Дин! Да нет, она уже не убит. Пошли, я еще один кадр придумала. Пошли! Иди сюда! На, Дин! Так, только шляпу. Пускай у нас есть, ладно. Не понравилась тебе шляпа, идем сюда. Иди сюда, на. Иди с этой стороны, подойди, Дин. Ну подойди с этой стороны. Да что ты его боишься-то? Шляпу ж тебя не одевается. Ну иди сюда, Дин. На, Коль. Потом можно будет все это скомпоновать. Ну как это называется, как ее? Ау! Я все назад деньги сыплю. О, золото богатое. Надя! Ау! Сейчас не носили, сейчас это... Срочно надо? Срочно иду. Прощенное воскресенье. Ну, и ты не снимай. Не надо, мам. Не надо, Коль. Мам, кругаться будет. Николай, мне просто, знаешь, как... Неудобно перед твоей мамой. Ну, здрасте, Нина Васильевна. Нет, Николай, это правда, массажировать можно, хорошо. Ты вот это вот, видишь, деньгами копилка, да? Шляп еще. А здесь собачка. Это самое. Ну, что ты можешь массажировать?
такой. Не надо меня фотографировать, я страшный. Коль, ну пожалуйста. Я ты не страшная. Ну посмотри, как я. Страшная. Блядь. Коль, я тебя очень прошу. Калюш, смотри, какая страшная. Что я там делаю? Там имели бы возможность обобщиться к миру растений, все, кто ценит и понимает. Коль, ну я страшный. Ну посмотри, какая я страшная. Надь! Ты что там мозги ебешь? Я собачку собираю, не носить. Собачку, блин. Собачку собираю. Она тебе нахуй нужна? Ну и пусть валяется. Она тебя не ебет. Коль, закрой эту фотоаппарат. А где? А лоб стоит. Коль, дальше как пить? Я не знаю. А мне все не верится. Да. Что-то там про любовь, а мне, а только мне не верится, а вот я не помню. Эх, снег. А ты что, чайник снег? Коль, у тебя что, не хватает этих много пленки, пленки лишней, что ли? Ну, ты пора снимаешь. Николай, надо покажи еще пленку-то. Ты, сучок, ебаный, блядь. Ну не ломайся, Нина Васильевна, ломайте на голову. Ложи на место. Он сам не ломается, Нина Васильевна. Ложи на место. Ну не надо, Нина Васильевна, не ломайся. Вот я. Не стоит. Не надо, Нина Васильевна. А мне нет. А я плеваюсь. Николай, это тебе подарили, ты сам купил? На прокат взял. А, на прокат взял? Ну а что ж ты говоришь, что это пленка? Пленки много. Она же тоже деньги стоит. Ой, какая страшная. Ну и хватит. Ну я, знаешь, такой по телевизору, конечно, видела там в этих рекламах всяких. Улетаю я вдаль темно-синюю, две звезды отыщу в облаках. Николай, ну тоже с ней баловаться. Вижу в небе глаза я любимые. Видно небо в любимых глазах. Дать и верить спокойно не каждая. Благодарен я навеки судьбе. И куда ни летело, все мне кажется, что и лечу навстречу к тебе. Улетаю я в ночь темно-синюю, две звезды отыщу в облаках. Вижу в небе глаза я любимые, вижу в небе любимых глазах. Ждать и верить спокойно не каждая. Благодарен судьбе, благодарен, ой, блядь. Благодарен судьбе, а что там дальше? Я на злом. Я жду, чтоб я верил. Ой, блядь. Ну, что, не ломайся, дорогая вещь, тогда это лучше. А я уеду в деревню к деду, в деревню к деду. Уеду я уеду в деревню. Вот будет тепло, а не у меня. Да, конечно, видите. Прям нужно вам, эту деревню нужно прям вам 100 лет. Калюшка, отведешь меня? В деревню. А мы поедем в деревню к деду, в деревню к деду. Поедем мы.
Не, Василий, она дается, она дорогая штука. А что, я ничего не делаю. Тем более на прокат взял. Отдается, не, Василий. На плохой музыка играет, а я одна стою на берегу. Машу рукой, а сердце замирает. И ничего поделать. Ну, а да, там все далеко-далеко, где качусь туманы. А здесь не надо? Ну, Василий, отдайте, ну что вы в самом деле? Ага. Ой, блядь, а у меня руки. Ты, сучок. И я хочу. А он плавал. И я хочу. Ну, идите поплавайте. Нет, сейчас уже поздно. Надо готовиться к этому. Не, Василий, отдайте. А сколько времени сейчас? Он выключит, отдайте ему. Только, пожалуйста, отдайте, это такая дорогая сейчас вещь. Сразу скажу. Я не показываю. 4 часа. Дорогая просто вещь, не, Василий. Но он выключит и все. Она просто дорогая. Так, мне пора домой, Нина Васильевна. А мне не надо. Люди спроси, кто может сам Сашку пришел. Тихо. Thank you.